Беларуси-Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Об этом Александр Лукашенко сообщил накануне на совещании по вопросам сотрудничества с Россией. Соответствующее поручение уже дано компетентным ведомствам. ПЦР-тесты на COVID-19 для выезда за рубеж больше не будут проводиться в визовых центрах. Такое решение приняли в Министерстве здравоохранения Беларуси на фоне многочисленных жалоб граждан из-за завышения цен у посредников. Теперь сдать исследование можно только в медучреждениях. В Беларуси с этого дня повышаются цены на автомобильное топливо. Они выросли на 1 копейку. Так, цена 92-го бензина составляет рубль 85 копеек, 95-го – рубль 95, 98-го – 2 рубля 17 копеек. Дизельное топливо обойдется в рубль 95. Оплатить проезд с помощью смартфона теперь можно в троллейбусах Бобруйска. Мобильное приложение ТИКС позволяет пассажирам, держателям карточек платежных систем Visa, MasterCard и BillCard приобрести электронный билет и оплатить проезд удобным способом. Уважаемые читатели газеты «Бобруйское житё», в связи с независящими от редакции причинами свежий номер вы получите в четверг, 3 июня. Приносим свои извинения.